Сегодня в мире вырабатывается все больше и больше электроэнергии. При этом выработка электроэнергии – это один из самых пагубных факторов, который влияет на окружающую среду. Загрязнение почвы, воды, воздуха, парниковый эффект, изменение климата – это все то, о чем мы часто говорим, но иногда не воспринимаем это всерьез. На самом деле правительства многих стран очень серьезно обеспокоены происходящим, и, казалось бы, мы в тупике. Мы увеличиваем количество используемых электродвигателей, соответственно, увеличиваем количество необходимой для них электроэнергии. Но на самом деле выход найден, и это энергосбережение. Энергосбережение сегодня является самым главным трендом в экологии, и это ответ на вопрос, а как же сделать так, чтобы наши электродвигатели делали то же количество полезной работы, но при этом потребляли меньшее количество электроэнергии. Именно поэтому сегодня во всем мире развиваются энергосберегающие технологии, зеленые технологии. И, конечно, в области электродвигателей это происходит в первую очередь. Если вам интересно узнать больше информации об инновационном центре SovelMash, проекте двигателей Дуйнова и технологии совмещенных обмоток, переходите на наш официальный сайт, ссылка есть под этим видео, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики.